По информации Примгидромета, в связи со смещением активного циклона вблизи побережья Приморского края, 12 ночью 13 марта на большей территории ожидаются сильные осадки в виде снега, мокрого снега с количеством 6-17 мм при снеге и 15-25 мм при смешанных осадках. Утром и днем 12 ночью 13 марта в отдельных районах ожидается очень сильный снег с количеством 20 мм и более. Осадки будут сопровождаться гололедными явлениями в отдельных районах сильными. На дорогах гололедица, снежный накат. Местами метель при ветре 15-20 метров в секунду. На побережье порывами до 27 метров в секунду. В связи с опасными метеорологическими явлениями силы и средства Главного управления МЧС России по Приморскому краю приведены в режим повышенной готовности. Уважаемые жители и гости Приморья, спасатели МЧС России рекомендуют скорректировать свои планы на период действия предупреждения и воздержаться от поездок за пределы населенных пунктов и выходов на туристические маршруты. Автомобилистам рекомендуем быть осторожнее на дорогах из-за прогнозируемых гололедных явлений. Гражданам категорически исключить выход на тонкий неокрепший лед. В связи с сильным ветром возможно падение слабо укрепленных конструкций. Необходимо ограничить нахождение на открытом пространстве. Важно взять под особый контроль детей и людей пожилого возраста и не оставлять их без присмотра. Научите детей, как действовать во время непогоды. В случае, если вы попали в беду или стали свидетелем происшествия, незамедлительно звоните по телефонам спасения 101 или 112. Берегите себя и своих близких и не подвергайте свою жизнь опасности.